Они делают это не по долгу службы, а по зову сердца, а показать свой профессиональный подход к делу добровольной пожарной дружины. Охраны со всей Ульяновской области могут на ежегодном смотре конкурсе среди общественных пожарных формирований. В этом году участие в состязаниях приняли 70 добровольцев. Это ежегодное мероприятие, то есть у нас проводится в несколько этапов. Это уже крайний этап. Сначала на первом этапе подразделение добровольной пожарной охраны у себя в районах проводит соревнования. Потом, соответственно, выбирается лучшие в районе и от района выезжают на областной уровень. Первое место также дает право команде отстоять честь региона уже во всероссийском смотре. Добровольная пожарная дружина Измайлинского района становилась победителями регионального этапа 3 раза. Главный талант вот это вот все это. Уже, ну, как говорится, ребята молодые мне, так что они уже, каждый знает свое место. Фарид Бадаев организовал пожарную охрану в селе Большой Черклей Николаевского района 19 лет назад. Затем к делу отца присоединились 2 сына. На собственные средства семья восстановила пожарную машину и гараж. Самый случай, это вот в моей практике было, это вот станция Никулин, когда в 2009 году 14 домов сгорело. Мы там с семьей неделю работали. Ну а так, возгорание травы, надворной постройки, мы всегда выезжаем. В прошлом году у нас 27 выездов было у нас. После ознакомления с правилами состязания первыми на старт выходят добровольцы из Корсунского района. Команде предстоит преодолеть 4 этапа по боевому развертыванию и проведению аварийно-спасательных работ. Первая точка – резка металлических прутков. После дружинники бегут на 2-й этап, где пострадавшему нужно оказать доврачебную помощь. Правая нога все правильно. 3-й и 4-й этап объединены в один. После того, как потерпевшего погрузили в машину скорой помощи, добровольцы приступают к тушению пожара. Кто-то прокладывает магистральную роковную линию от пожарного автомобиля и поражает мишень. Кто-то занимается боевым развертыванием от мотопомпы. Главный критерий состязаний не скорость и время, а грамотное и точное прохождение каждого этапа. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.